Получается, когда я вышел с ними ругаться, они, по всей видимости, уже ожидали такси, и я сказал, что вы никуда не поедете, я сейчас вызвал полицию, и вы будете ее дождаться. И один из парней, он вернулся обратно, я как раз-таки вот на этом месте стоял, подошел сюда и начал на меня наступать, ну, как это обычно бывает. Я его один раз рукой отодвинул от себя, чтобы он не нападал на меня. Ну и слева парень что-то еще из кармана начал правильно доставать. Когда я вижу, что он уже руку заносит, я ему перцовым баллончиком в лицо прыснул. Ну, разумеется, ночью, когда в тебя целят, нет особо смысла выяснять, это травматический пистолет, это огнестрельный. Но по итогу вроде как оказался стартовый, выстреливал в воздух и вновь на меня нацелил пистолет. И погнался за мной, и мы целиком весь квартал вокруг оббежали. Когда я уже добежал обратно до двери, вошел, вызвал полицию, приехал отряд реагирования, они уже на тот момент скрылись. И когда они уехали, сказали, дождите, сейчас приедет участковый брать у вас пояснение, он вернулся, тот, которому я в лицо прыснул баллончиком, и, собственно говоря, нарисовал вот художество еще.